Современное медицинское оборудование, навигация, высококвалифицированные специалисты и укомплектованность необходимой техникой. Все это есть в Одинцовском центре амбулаторной онкологической помощи. В рамках форума онкологов Центрального федерального округа главные врачи из регионов России посетили медучреждение. Показали наш дневной стационар, все манипуляционные, кабинеты приема врачей-онкологов, кабинет отдельно УЗИ у нас. Процедурные кабинеты, кабинет дерматоскопии, где у нас стоит аппарат PhotoFinder с искусственным интеллектом, который помогает выявить образование кожи злокачественное. Участникам форума показали эндоскопический кабинет и операционную. В центре возможно сделать качественное исследование и биопсию. Также особое внимание обратили на доступность и организацию медицинских услуг для пациентов. Понравилось всем то, что новое здание, что у нас очень красиво, светло, что у нас прекрасное оборудование, что все находится в пределах одного здания и не требует путешествия пациента между корпусами и тем более каких-то дальних поездок для того, чтобы пройти диагностику. В планах привлечение специалистов гематологического профиля и расширение в этом направлении. В будущем на базе центра свою работу начнет врач-гематолог, в том числе будет проводить лечение в условиях дневного стационара. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».